перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет всем. Рвать на битах точно не знаю, но судя по всему, в это воскресенье. Так, вот люди собрались, можно поговорить. Так, как Чайнатаун сделали? Я не знаю, я не был на их выступлении, но говорят, было пиздато. Чё там за тёрки с БПМ? Нет тёрок. Там чуваки записываются. В 40 БМК взять? Ладно. Привет, Макс Буховый, 2702. Ваш первый, надеюсь. Да, наш первый. Ну, судя по всему, наш первый, как нам пообещали. Руся Демуэрто, привет. Серег надо забанить, это мой мерч. По воскресенье, да, воскресенье. О, Казак Пай, салам алейкум. Нормально все. Так, а кто там до вас доебывался нарвать на бита? Не, никто не доебывался, просто там какие-то хуйня была, типа... Выяснение отношений, непонятно зачем. Вот. Очередной бездарный вы себя записываете. Спасибо. Так, с
вышло, как там на ХП, БПМ, что за ХП, БПМ, не знаю. На финале чем поднял что-нибудь? Нет. Но если бы вы ставили сайды на тусу, по-моему, вы бы подняли. Передай, гоняли, привет. Гоняли, ля. Гоняли, привет. Бля, болею. Так. Чуть не въебал, Руся, ты жесткий. Так. Удачи на батле, спасибо. Про драку? Какая драка? Почему я так задисел? Не, отрезал. Почему твоя девушка хейтит твердого? Так, что я не говорил про два охуенных батла, какой второй? Первый наш, второй, судя по всему, MNRX. Ну, я сам на батле не был, я сразу уехал в батл. Ануар Шалубаев. Сделайте финал с Чайнатауном. Не, я думаю, у нас до финала с Чайнатауном сведут. Судя по всему. Обещал самых техничных и всех турнирах. Это пиздобол. Ты можешь сказать, когда будут выпускать? Я же говорю, судя по всему, в это воскресенье. Но может быть, что не в это, а в следующее. Могут быть проблемы. Подумаешь, без тебя съездили в Питер. Кто? Что за батл был, с кем? ЖК Жо обосрался, как всегда. Свою хуйню втирали. То возьмешь 300к, то один ко мне, Русик. Конечно, Русик. Бля, рвать на битах по тексту, по панчам, такая хуйта была. Это типа баба панчит про то, что что-то там она там, ну, про секс, что-то типа с позиции бабы панчит, вообще не ново. Потом чуваки там панчили про бутылки и что с ними делают, короче. Потом кто-то панчил. Так, про что? Против нас панчили про Назарбаева, Скриптонита. Ну, в общем, всю эту заезженную хуйню неинтересно. Вот, поэтому в плане текста ничего оригинального вы не увидите. Так, когда рвать на битах. Салем, привет. Против кого батли на рвать на битах? Русис, пеш, смотришь, версус. А версус смотрю. Сможешь на двух турнирах? Ну, посмотрим. Слили третий раунд сети. Нет, не мы слили. Третий раунд мы даже не меняли. Как его слили, так мы его и оставили. Смысл что-то менять. Так. Твердый разъебал. ЖК Жо узнал. Кстати, ЖК Жо в жизни нормальный, адекватный пацанчик. Тебе пара грин против Микси. Нормальный бат. Блин, я пара грина не могу воспринимать серьезно. Не знаю почему, просто предвзят. Микси мне больше понравился. Так, батл рэп и слава, просто вышка, когда появится тот, кто сможет с ним потягаться, вызвать его, писать его, потом звук было. Бля, чувак, зачем ты сюда это пишешь? Тут твой страх, трабайт, батл жесткая.
Привет, привет, все, помахать. Что, давайте покажу вам немного рэпа, пусть куксерек взорвется. Давай второй куплет. Вот это? Давай прослушаем. Здесь ты не делай. Ты что, в прямом эфире, что ли? Да, был. О, Mad Mind Salam. Твердый по 260 BPM. Чтобы взорвалась одна задница, мне нужно еще покачаться под этот трек. Топ флоу, Чайна Таун, топ, твердый, без майки, без регистрации. Ничего, Mad Mind, нормально. Я вот тебя вечно называю Mad Mind, я даже не знаю, как тебя зовут. Все ништяк, у тебя как дела? Парикмахер versus недовольный клиент. Гений, салам, салам, с Норильска. Салам. Я про Норильск знаю только то, что он существует, потому что всегда, когда в города играл, он его подал город на Н, я говорил Норильск. Минус куксерек. О, отлично. Если куксерек вышло, это очень хорошо. Так, ты был на рвательных битах или что? Не, я не был на рвательных битах. Амирхан Абдар, привет. Жумахан, ты где? И сорвать на битах, когда выйдет. Блин, чуваки, я же говорю, мне, наверное, надо в Инстаграме написать у себя на этой херне в описании, что рвать на битах в воскресенье. Кингста пожалеет, что Стэнси не взял. Конечно, пожалеет, блядь. Стэнси была одна из лучших заявок. Лучше, чем моя. Кингста предвзятый. Чё, порвал гукилу на РНБ, да пиздец. Слимс Яйо, Йо-Йо, привет. Лучше в мире и Муслим 535. Лайфстайл G Top. И что, след батл будет против Чайна Таун? Нет, не против Чайна Таун. Когда начнут на битах сливать. Чувак, я же говорю, воскресенье. Чё, послушаем еще рэпчика. Кингста пожалеет, что мне руку не пожал. Слышал, конечно. Зачем дисать, опять задисил за то, что... Да, чувак, мы просто висели на студии, и я записал кусок, и все. О родителях я беспокоюсь, а все остальное не тронь. Покажи балконного монстра. Балконный монстр. Ой, чуваки, травите. Салам из Бурятии. Это наш звукорежиссер. Да я нормально сделал, ты, бля, пока там пальцами машешь, уже проебал момент, блядь. Давай, блядь, пиши, пиши, заебал. Семья святое, и наплевать, кто ты такой, а так тебе работу не обид, я при папе так высоко. Давай, дай. Балконный монстр убивает, нахуй. Записывайся, заебал.
как делается дерьмо в Астане. Смотрите, чуваки, вот, вот кухня. И студия. Твердый выходит, горячий, из балкона и сразу в холодильник ныряет. Здравствуйте. Он, походу, сейчас голос сорвет. Нет, твердый голос не сорвет. Да, это донат. Сейчас панч будет, слушайте. Говоря о Гоуха. Бля, убери камеру нахуй. Люди делают, люди, пусть люди видят, как мы делаем это дерьмо на балконе. Братишка, расскажи мне. Килла кого-то закроет на балконе, чтобы выиграть. Хорошая попытка. Вы посмотрите на этого хейтера. OG-гэнг, OG-гэнг, начален, OG-гэнг. Это балкон монстр демон, бля. Моя сучка, чтобы я ее трахнул на ушко. У-у-у, не говори. Я не хочу, чтобы вы этого видели. Где его? Вы убили меня на... Да ничего, блядь. Это реально монстр. Фух, ладно, давайте пообщаемся нормально. Атомные треды. Так, это Коксирек надо заблокировать. Пожалуйста, на комментарии. Минус соседи. Монстр. О, Кантемир на трансляцию пришел. А теперь давайте скажите ему это в глаза. Бля, судя по животу твердого, он съел ЖКЖ. Я капец ору на эти плоские шутки, нормально. Так, балконы монстр ярости, жесть, он курт. Бля, судя по... Знак салам с родного Актюбинска. О, Серик, салам алейкум. Так, вот это зверюга был. Никогда такого не видел. Если что случилось со 140 BPM. Так, буду теперь детей твердым пугать. Так, Коксирек что-то какую-то фигню пишет, переигрывает уже.
X донат, здорово. На РБЛ, не знаю, чувак, если позовут с достойным оппонентом, то можно забатлить, в принципе. Так. Перестаньте делать чушь, серьезно. Так. Ты, пожалуйста, очень прошу, зачем дис на 140? Это не дис на 140, чувак, это старый куплет. Я его просто зачитал на студийке. Вот делать нечего. Красава видел твое видео. Спасибо, Серик. Заебали. Это реп, а не чушь. Кто для тебя достойный соперник? Блокируй Коксерек, женщинам здесь не место. Не, и вправду, Коксерек что-то слишком этот начинает гнать уже. Так. Хей. Кто для тебя достойный соперник? Ну, не знаю, блин. Я бы забатл с Гигой, с Марулом бы забатл, или как его. Я тебя нахуй заблокирую. Ладно, чуваки, уже что-то неинтересное висеть здесь. Давайте, всем счастливо. Что ты там вообще? Прямой эфир запускаю. Бля, у тебя раньше лицо худее было. Что там, лицо, что ты сделал? Тут балконный монстр. Балконный монстр. Балконный монстр, говорят, твердый, такой пузатый, он, наверное, съел Джикаджи. Не только Джикаджи, но и Гоукилана. Жестко. Худеем, ребят. Бля, не говори. Дальше говори. Ой, зажигал. Сейчас вот. Тебе дальше. Покурим. Салам, братишка, когда батл. Иду на него. А чего у тебя камера не работает? Не знаю, надо завершить. 21 600. Да. Сколько он поставил? 15 лямов на 1.44 картина. Надо было ему, мне кажется, не палить нахуй. Больше можно запрашивать. Помахать, помахать. Эй, салам алейкум, сладкий малокосов. Харе базарить, ты еще не даров. Нихуя ты жас. Ждешь крыши снос, говно вопрос. Донат, ты можешь каждую минуту говорить, что батл выйдет в это воскресенье. Батл выйдет в это воскресенье. А на самом деле? Слова. Батл выйдет в это воскресенье. Серьезно? Серьезно. Ебать. Батл выйдет в это воскресенье. Такое порно вы еще не видали. Кто против? Nobody. Nobody does it better. Касымхан, Бигзак, Дмитрий. Всем привет, чуваки. Бля, с кем-нибудь поразговаривать на трансляции, что ли? Кого-нибудь добавить? Давай я залечу. Батл выйдет в это воскресенье? Батл выйдет в это воскресенье. Батл выйдет в это воскресенье, чуваки. Я могу запрос кинуть. В чем будем с тобой, блядь, смотри, в одной комнате? Вот такую хуйню мне подогнал нас... знак. Рвать на битах, чуваки. Ох, батл, когда клипы. В это воскресенье. Кантемир, привет. Ты можешь сам кому угодно закинуть запрос. А, балконный монстр, ты лучше. Вот, ты ему закинь. Да не хочу я ему. Да. О, ему закинь. Айдос, Бедлибаев, Кантемир и отправили запрос. Давай LDR подобавим. Чего посмотреть нажми. Вот LDR. Добавить. Отмена. О, Лунибэнга давай добавляем. О, Лунибэнга добавим. Лунибэнг, кидай запрос.
Как Мани Бэнк добавить? Сейчас он запрос кинет. Братан, когда бас, сейчас Луни Бэнк подкрасится там, подготовится. Солидар, салам. Анзор, салам. No mercy. Last deal. Похуй на Луни Бэнка, говорят. Нельзя так говорить, да. Это наш братан Луни Бэнк. Казахи тащат. Какой твердый, у меня и ник на балконный монстр. Мси малыш тут из КСТ. Какой еще малыш? Тварь, покури. Если Гокио читает под шелест купюр, то твердый читает под звуки машинки. Ебать панчлайны, ребят. Купюры. Все курение, пацаны. Салам. Батл выйдет в это воскресенье, чуваки. Кстати, да. Когда батл выйдет в это воскресенье. А похуй на баты, когда клипы? Клипы выйдут в это воскресенье. Клип. А что по музыке планируешь делать? Тоже в это воскресенье. Я завязываю курить, брат. Воскресенье Иисус воскрес. Жестко. Что Луни пропал? Ну, пишите Луни Бэнгу сюда. Уже здесь сидит. Здесь не вышел. Луни, надеюсь, на батл со мной ты не плюнешь. Нахуй дырявых фанатов. Ремин зашел, что ли? Исла, как дела там? Что нового? Да нормально все, братан. Нового ничего. Кроме того, что батл выйдет в это воскресенье. Батлы, и клип выйдет в это воскресенье. И трек тоже. Ислам Мамбетов. О, чувак пишет Бари. Кепка пизда. Тебя на родине так зовут Баранов. Похуй на музыку, когда Луни Бэнк появится. Парикмахеру привет, бля. В это воскресенье. Сам ты парикмахер, я барбер, суперстилист. Какой именно батл выйдет? Как относишься к шуму? Нормально отношусь. Потому что батл выйдет в это воскресенье. Да-да. Ебать, ты уличный, как уличный туалет. Потому что батл выйдет в это воскресенье? Да. О, салам, Фархад. О, Газиз. Иманбаев. Это Газиз. Айдын. Ты что, бля, в поду сидишь, блядь? Зачем? Твердый расплел косички. Братан, как относишься к Джубили? К Джубили охуительно отношусь. А я хуёво отношусь. Всё, потому что батл выйдет в это воскресенье. Ничего сложного. Чисто. Эй, Артур, похоже, там Исла. Бум. Питер, мы на родине Шахана. Айе, салам алейкум. Че говоришь, пока? Блин, много сообщений просто, чувак. Все из-за того, что батл выйдет в это воскресенье. Да. Сука. Воскресенье. У меня хуй толще, чем ноги Плейблэка. А знаешь почему? Потому что батл выйдет в это воскресенье. Ну, если вы спросите, что по клипам, блять, клипы выйдут в это воскресенье. Клип. Не, серьезно, пацаны, клип выйдет в это воскресенье. Как только как батл. Как дропнет, и трек тоже выйдет, да, в это воскресенье. Мы сразу скинем везде, рифмы, панчи, везде будет. Кто в лайве пизже всех хвалит? Плейбой. Твердый знак. С Килой помирился. Померился я с ним. Как вам выступление? OG-game. Выступление охуительное, панчлайнов вообще не было. Такое ощущение, будто мы с девками батлимся. Посмотрел твой батл с Айбоем, вообще разъеб Амазон. Знаешь почему? Потому что батл выйдет в это воскресенье. Вот так вот. Ладно, чуваки, давайте пизду. Ладно, чуваки, давайте. Батл выйдет в это воскресенье, клип выйдет в это воскресенье, и трек тоже выйдет в это воскресенье. Все, вся информация поступила. Давайте. Пить!